Е2, Е4. Наверняка такой традиционный дебют выбрали многие участники традиционного командного первенства по шахматам среди школьников. Второй год подряд ценители этой интеллектуальной игры собирает Сбербанк. В этот раз на турнир приехали 47 команд со всей республики. Вилка, гамбит, цукцванг, эндшпиль – эти термины наизусть знают юные шахматисты, которые приехали на турнир. 47 школ представили в Чебоксарах свои команды. Антон Смирнов, ученик 44-го Чебоксарского лицея, обладатель второго места на первенстве ПФО, стал самым сильным игроком турнира. Мне главное играть и выступать хорошо. Я больше люблю активную игру. Комбинация для меня интересна – это двойной удар. По-другому вилка. Этот турнир уже прочно входит в календарь Федерации шахмат. Его цель не только популяризация этого интеллектуального вида спорта, но и выявление сильнейших, которые станут участниками российских соревнований. Впереди ожидается турнир «Белая ладья», в котором тоже будет та же формула 3+1. Вот. То есть школа будет готовиться к этому турниру. Почему? Потому что после проведения этого «Белой ладьи» команда уезжает в Сочи уже играть на первенстве России в «Белой ладье». Вот. Там все условия. Второй год за большой шахматной доской встречаются команды блогеров, журналистов и банкиров. По правилам встречи каждая команда могла воспользоваться двумя подсказками гостя турнира – Артема Ильина, заслуженного мастера спорта, обладателя Кубка России по шахматам. Но даже помощь гроссмейстера не помогла банковским работникам. Победу одержали журналисты и блогеры Чувашии. Татьяна Молокова, Василий Мухаметов, Республика.